Поездка в Шуи начинается. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Мы эти три дня будем жить в гранд-отеле 4 звезды. Мы с Настей живем в номере для твоих. Это просто шикарно, смотрите. Такие просторы. Я считаю, это просто шикарно. Свой собственный душ, туалет. Как могли заметить, мы сразу после школы нам мама передала рюкзаки. Уже спустя 3 часа мы в Шуе. Через полчаса у нас ужин, потом будем гулять. А завтра и в ближайшие 3 дня у нас игры. А также пожелайте нам удачи и смотрите видео до конца. Девочки живут в 209-м. Можно к вам, да? Остальные девочки живут в 212-м. Вот, Маня. Всем привет! Решаю с другой командой вопросы, в какой форме будем. Сейчас мы гуляем по Арбату. Смотрите, а это кинотеатр. Здесь тоже идет Uncharted, американский фильм. Сейчас читаю у девочек «Герой нашего времени». Время 10 час. Скорее всего, я буду ложиться спать, так как сегодня была школа, я встала в 6:30. А завтра у нас насыщенный день, как минимум 2 игры. Поэтому нужны силы. Всем доброе утро. Вот мы с Настей уже проснулись. Сейчас она моет линзы. Сегодня у нас просто самый тяжелый день. У нас игра «Синика» и «С череповецом». Пожелайте нам удачи, мы просто будем бороться до самого конца. Вот мы уже пришли на завтрак. Здесь очень просторно и уютно. Как вы ставите за день? Всем приятного аппетита! Сейчас у нас начнется игра с Никой, так что пожелайте нам удачи. Здесь прям отличный зал, огроменные потолки, большие аутры, это просто то, что нужно. Вот расписание наших игр. Играли с Никой. К сожалению, проиграли со счетом 1-3, но боролись прямо до конца, до средней партии. Со счетом 23-25 нам не хватило совсем немножко. Сейчас пришли на обед. Ресторан находится у нас в отеле. Нам дали крабовый салат. Спасибо. Успели поспать всего лишь 7 минут. Сказали потихоньку выходить, так как подъехали машины. Ура!
Всем спасибо. А сейчас у нас время ужинать. А дали такой летний салатик. Вот у нас уже завершился первый день турнира. Сегодня мы играли с двумя командами, с Никой и с Череповцом. После ужина мы с девочками и тренерами обсудили наши дочеты, ошибки, подвели, сделали выводы, чтобы завтра собраться и не допустить этих ошибок, потому что мы знаем, что мы можем всех выиграть, и у нас есть большие шансы на призовые места. И мы будем просто стараться делать то, что говорят тренеры, и у нас все должно получиться. Ведь жизнь — это игра из невыполнимых мест. И мы продолжаем видеть в этих играх смысл. Сейчас мы будем отдыхать, набираться сил. Скоро у нас отбой в 10 часов, а встаем мы в 7 утра. Так что набираемся сил и выиграем завтра. А сейчас смотрим балерину по Дисней. В этом зале очень много оборудования для отработки удара. Первое, второе и третье. Сыграли с Новомосковском, выиграли 3 партии. Пришли на обед, дали салат «Цезарь». Вот прошли 3 дня в Шуе. Мы заняли 4 место, знаем, что могли лучше. Но как есть, будем дальше бороться, занимать призовые места и стараться просто. Вот уже собрали вещи, все аккуратненько сложили и уже будем выезжать. Сейчас мы находимся на вокзале, через 15 минут у нас отправление в Москву.